Russian Music Radio. Hello. Hi. How are you? Not bad. It's okay. What about you? How come you're so naked? What? Are you a stripper? No. I'm just looking for something to improve my English skills. Получается? Ахаха! Отлично, пока. Ну не знаю, я как-то некомфортно сопротивляюсь. Я у тебя нашел, просто нервничаю. А зачем ты разделся и зашел в рулетку? В чем прикол-то? Да это каким образом помогает тебе улучшить твой английский, если ты голеньким перед народом? Я могу одеться. Я понимаю, что ты можешь одеться. В том-то и дело, что ты можешь одеться, там еще что-то можешь, может даже там еще что-то можешь. Я просто к тому, что зачем выходить? Нет, зачем выходить к людям раздетым? Это чтобы что? Вот тебя же увидят. Вот я сейчас с тобой разговариваю, тебя видят 10 тысяч человек. Да. Передай привет маме. Передай привет маме и папе. Нет, передай лучше привет учителю, твоему классному руководителю. А? Я сказал, передай привет своему классному руководителю. Они будут рады. Что? Я чувствую у вас агрессию. А в чем моя агрессия? Я привет тебе предлагаю передать. В чем моя агрессия? Вам сразу не нравится? А вы настоятельно пытаетесь сказать, что мне еще раз передал привет. Зачем? Если я вам не передал. Да хоть кому угодно передам. Вы понимаете, мне все равно. Вот. Видишь, как интересно. Главное, смотри. Смотрите, мне комфортно находиться сейчас, допустим, голым. Потому что я у себя дома, я у себя в квартире. И насрать на всех. Если я видишь голым, смотрите. Если человеку некомфортно видеть меня голым, он может меня переключить. Правильно, это же демократия, конечно. Так нет, дело не в том, что демократия, дело в том, что комфортно мне. Если мне комфортно, я только не нарушаю его личные границы или не порчу его действия за счет того, что я голый. И вы считаете по-другому. Я считаю по-другому. Знаешь, как я считаю? А давайте я слушаю вас с точки зрения. Давай, заметь, я тебя не перебивал, послушай меня. Меня воспитывали в основном все, что мама, что папа, что в школе. Не делай этого или не делай то, потому что о тебе плохо подумают. Потому что у нас было в свое время, особенно во время СССР, общество, которое было обществом, понимаешь? У нас был всегда коллектив. И было совсем не пофигу, как о тебе подумают люди. И я считаю до сих пор, не потому что я старый, а потому что я вот пожил здесь в демократии в Америке, 27 лет я здесь живу, и понимаю, что это вообще приводит к такому идиотизму, вот такая позиция, когда мне насрать на всех, я вот, мне удобно. Вот у них именно такая жизнь. В результате, блядь, это все раскалывает, и все сами по себе. А я жил в обществе, понимаешь, в обществе, а в любом обществе, даже в стае, есть определенные правила, есть какие-то рамки. Это хорошо, это плохо, это достойно или нет. Поэтому это воспитывает человека, так скажем, ну, в каких-то вот, знаете, когда девочки мечтают о рыцарях, это, или еще там о чем-то, каких-то джентльменах, это возможно только в обществе. А когда, ну, допустим, как говорится, люди начинают срать на всех, это уже далеко не джентльмены, далеко не леди. Ну, как-то так, в двух словах. Конечно. Смотрите, вот вы считаете, что если человек, допустим, вот возьмем вот на данный момент, что если человек сидит голый, то он уже какой-то никакой и что-то неправильно делает, чисто исходя из того, что у вас есть какие-то в голове правила и рамки, правильно? Это смотрите, не у меня. Если мы говорим, вот вы говорите, что наплевательское отношение, условно, давайте, демократичное отношение в Америке приводит к каким-то негативным исходам, да? Но так, я же, допустим, не хожу, не убиваю всех, не так равно порог, я же ну там, да, не хотелось всех. Бы еще убивать, конечно. Да. Ну, я вам условно говорю, я же никого не обижаю, не оскорбляю, не говорю, ну, да. Смотри, я тебя обоссал, и мне все равно, типа, мне плевать тебя, потому что мне так захотелось. Нет, ну, я понятно. Этого не делаю. Просто у меня есть сегодняшний комфорт находиться дома голым. Если человека это обижает, и вот он скажет, у меня обидно, я нет. Понятно. А если твой сосед начнет тебе на балкон срать, тебе будет это самое, вот в прямом смысле слова, гадить, потому что у него, может, туалет не работает. Тебе это понравится? Хорошо, не на свой балкон, просто с балкона будет гадить.
Но это же как бы, ну, глупо, да? Ты скажешь, оно мне это надо, видеть твою задницу, это самое. А он тебе вот примерно такой же довод, как ты мне. А мне так удобно, я так хочу. Если тебе не нравится, не смотри в мою сторону. Ну это же глупо. Ты понимаешь, я тебе про что говорю? Есть понятие общества, ты же не в лесу живешь. Это белочке будет пофигу, понимаешь, как говорится, на твоего слоника. Вопрос в том, что если человеку некомфортно видеть какую-то ситуацию, он подходит и говорит о ней, если она ему помешает. Вы же мне не сказали, чтобы я делал, правильно? Вы же просто выразили. Я спросил, почему. Я вам ответил, почему. Да. Я понял, сказали, почему. Просто, подожди, секундочку, можно я скажу, что я понял? Давайте, что я понял. Я просто понял, я когда спросил тебя, ты мне ответил, все правильно. Я понял, что ты, как говорится, тебе вот наплевать на всех. Главное, чтобы тебе комфортно было. У тебя изначально, я закончу, 15 секунд. У тебя изначально просто нету вот этих, как говорится, рамок, это самое. Если я туда иду, то это так. Если я туда иду, это так. То есть, если я выхожу на публику, то ну не надо быть. Ну вот представь себе, я сейчас тоже еще разденусь. Ну и что, ну фигня какая-то, неправильно. Нет, я понимаю, что твое тело молодое гораздо симпатичнее, чем мое. Но дело не в этом. Просто ты же когда идешь, вот допустим, представь себе, типа, звонок такой, типа, алло, типа, мы приглашаем вас, это самое, как говорится, на работу. Директором там, не знаю, украинского телевидения. Ты как оденешься? Как рэпер? Чтобы штаны вниз, да, трусы были видны оттуда-сего, и пойдешь полуголый. Нет, конечно, ты же как-то наверняка даже костюм, может быть, оденешь, ты сразу сообразишь. Это, как говорится, вот тот уровень, это там еще что-нибудь и все. Нас просто вот этим всем, вот этой вот демократией, всех спустили ниже уровня. Ну, неправильно это. Вы считаете это неправильно лишь потому, что вы жили в том социуме, в котором все умеют. И что в этом плохого? Понимаете? И что в этом плохого? Смотрите, я сейчас живу, подождите, секунду. Понимаете? Да это если эти рамки установлены обычными людьми, какими же мы сами, да? Не ты, а вы, какими же мы сами. И эти рамки могут видоизменяться, потому что люди же меняются рамки, меняется политика, меняется идеология, все меняется. И сейчас, может, век демократии, я не знаю. Это век идиотизма. Это же тоже надо понимать, что это идиотизм. Почему это самый идиотизм? Ну, потому что... Идиотизм! Это же не идиотизм! Ну, конечно. Вот смотрите, еще недавно, как говорится, людей сажали за, как говорится, всякие либеральные эти отношения. Ну, я так скажу. Нет, ну это вообще. Это, конечно, жесть, да, там туда-сюда. А я считаю, это правильно. Ну, это ладно, это мое, может быть, мнение, а это теперь твое. Вот смотри, я живу в Америке. Я не жил в 50-е годы в Америке. Но мне ужасно нравится, как у них было 50-е годы, когда, вот знаешь, у них были девчонки в платьях, в расклешенных, мужики были, как говорится, в шляпах и в костюмах. Я считаю, так и должно быть. Понимаешь? А не вот эти, блядь, нафиг, гангстер-рэп, блядь, нафиг, теперь оно идет, блядь, нафиг, штаны у него на коленках, блядь, все там, хер победи, чё, он весь перекошенный. Это вредно даже для здоровья так ходить, понимаешь? Потому что правильная осанка – это правильное здоровье. А если ты будешь ходить, как рэпер, перекошенный, если вот такой вот… Перебьет голову, вы же должны это понимать. Если я буду считать, что правильно всю жизнь ходить, допустим, в полудырявых вещах, все, для меня это будет правильно, и ни один человек меня для не тебя. Изменит точку зрения. Знаешь, почему мы не можем понять друг друга? Смотрите. Так для вас правильно одно, а для меня другое. Мы молодой человек. Мы разных, во-первых, категориях жизни. Молодой человек, смотри, о чем получается. Ты говоришь только от себя, а я говорю от общества. Понимаешь? Общество вашего поколения. Нет. Вашего. Поверь мне, абсолютно нет. Я-то знаю. Я очень часто работаю с людьми, с интересными. И в основном с пачкой людей, понимаешь? Поверь мне, многие люди понимают, что очень здорово, когда есть какое-то общество, и в нем есть какие-то рамки. А иначе это быдлячество, понимаешь? Анархия – это на самом деле чухня.
она ни к чему хорошему не приводит. А вот смотри, а вот для того, чтобы расколоть общество, вот смотри, вот есть семья вот с четкими устоями. Давай возьмем, знаешь, какую-нибудь, допустим, особенно ближневосточную семью, да, где вот там уважают старших, разве это плохо? Ты что же потом постареешь? Почему тебя не уважать? Тем более у тебя опыт появится. Что? Я же не сказал, что я никого не уважаю. Нет. Послушай меня внимательно, пожалуйста. Вот есть общество где-нибудь там на Ближнем Востоке, да? Ну, мы сейчас не берем ни Украину, ни Россию, ничего. Вот у них уважают старших, у них там, знаешь, как говорится, есть какие-то традиции и так дальше, и так дальше. И оно, заметь, дружное. Чтобы это общество расколоть, ну, мало ли там, допустим, нашли нефть или еще какую-нибудь херню, то надо в первую очередь расколоть вот эти вот традиции общества. И тогда потом спокойненько можно, как говорится, сделать то, что ты должен сделать, уже, как говорится, взять и поставить там нефтевышку. Чтобы тебе было понятнее, вот ты живешь в квартире, да, допустим, там, со своей семьей. Вот. Мне чтобы. А мне твоя квартира очень нужна. Ты понимаешь? Я изначально поссорю, вас рассорю в твоей семье, у вас развод, у вас бардак. Да. И я купил вашу квартиру, и она вообще мне досталась. Ну, короче, наверное, вот самый разумный выход этого диалога, это чтобы вы остались при своем мнении, я остался при своем, правильно? Потому что можно бесконечно, а мнения останутся такими же самыми. У вас правильно, мнение должно меняться. Вы знаете, еще Эйнштейн сказал, только идиот не меняет свое мнение при наличии новых фактов. Вы еще молодой человек, у вас со временем появится там другой опыт, когда у вас накопится больше этого всего. Вы потом это все сравните, как я, и скажете, блин, помню, чувак из Лас-Вегаса мне чухню всякую говорил. Прав гаденыш оказался, вот же гад, блин, нафиг, а я с ним спорил. Ну, как-то так. Ну... Я спорю. Конечно, такое может случиться, и важно, чтобы каждый человек менялся, менял свое мнение, менял свою жизнь. Это правильно. Это правильно. Вы безусловно правы. Я с вами не могу не согласиться. Спасибо. Но пока так. Спасибо вам огромное. Пока я попер. Да, все нормально. Все нормально. Можете даже не одеваться. Хорошо. Пока-пока. Russian Music Radio.